Бои без правил – это что-то подобное танцам без правил, потому что ты чувствуешь эту выносливость, чувствуешь эту энергию. Ставка на профессионализм, на эффектность, на взрыв. Они танцуют не на сцене, а на ринге. Их танцы – гимны грубой силе и брутальной красоте. Эти 8 нимф в компании двоих парней открывают турниры боев по правилам и без Fight Nights и называют себя группой поддержки наших российских спортсменов обязательно. Вот. И, соответственно, выходя уже на ринг, на выступление, уже создается какое-то особое настроение, особый кураж, и уже задаешь не только тон для всех, но еще и для себя. Юлия Воробьева – руководитель, хореограф и танцовщица группы поддержки Fight Nights. По просьбе организаторов боев она ставит новую шоу-программу для предстоящего турнира. Главное условие – каждое движение в танце должно быть в духе самых динамичных единоборств – самбо, дзюдо, кикбоксинга и джиу-джитсу. Мы танцоры, мы как бы принимаем в этом участие, но что касается, допустим, вот таких жестких, да, боев, я как бы, наверное, не очень так могу смотреть, да, потому что для меня лично это слишком жестковато. Ну, в этой жизни много есть страшных моментов, смотря как к ним относиться, поэтому я думаю, что во всем можно найти и позитив, и какие-то. Это спорт в первую очередь. В промежутках шоу-программы Fight Nights блондинка Лена не отходит далеко от ринга, держит кулаки за своего знакомого, участника турнира. Его зовут Стас, он будет бороться, тоже участвовать. Вот, буду болеть в первую очередь за него, но, естественно, наши знаменитости. Самый главный бой, до которого считают часы и минуты девушки из группы поддержки Fight Nights, бой Бату Хасикова и Майкла Замбидиса. Знаю еще Бату Хасикова. Не видела его на самом деле вживую, как бы не видела его умение, как он умеет бороться. Но надеюсь, что он это делает отлично. Зная его в жизни, я думаю, что он отличный боец. Обрамлять выступление на ринге Хасикова и других участников Fight Nights будут агрессивно-сексуальные танцы. Они, как и сами бои, тоже будут по правилам и без. Светлана Христофорова, Николай Степанов. Все включено.